Для жителей 19 и 21 домов по улице Матросова масленичные гуляния стали уже доброй традицией. Жители с удовольствием участвуют в конкурсах, подпевают артистам, танцуют. Массовые народные гуляния – это не только веселый досуг, но и хороший повод познакомиться с соседями, приобрести новых друзей. Мы рады, что очень много жителей принимает участие. И наши активные жители подготовили к этому празднику очень много украшений. Вот это все украшения площадки. Это клуб «Серебряная прядь», который трудится у нас больше 25 лет в районе. Они сплачивают не только соседей, это сплачивают и различные организации, потому что, конечно, вместе мы силы, мы должны действовать сообща, и тогда все получится, будет весело и хорошо. Благоустройство дворовой территории здесь было выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Обновлены детская и спортивная площадки, появилась сцена для проведения массовых праздников, установили спортивные тренажеры. На этом месте мы можем всегда прийти погулять с детьми, заняться спортом и просто прогуляться. Очень прекрасное место стало, которого нам очень не хватало раньше. У нас очень дружные жители, и все голосования проходят по всем мероприятиям вместе. Недавно наш двор участвовал в программе «Самый дружный двор». У нас голосовали, весь микрорайон голосовал за нас, и мы заняли 3-е место. Масленица – это отличный повод провести время с семьей. Участники праздника говорят, что он удался, и к русским традициям прикоснулись, и блинов поели на свежем воздухе. Это масленица. Мы все весну любим, ждем быстрее-быстрее лето, поэтому все собрались похлопотать, потопать, потанцевать, хороводы поводить. Вот у нас и баян здесь, тоже мадам. Не парень, а мадам. Вы видите, большинство активисты, женщины. В Тос-Орбита живут люди с активной общественной позицией. И праздники встречают дружно, и работают на благо своего двора. Светлана Кудрявцева, Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.